Йо. Всем привет, мы продолжаем проходить Aliens vs. Predator 2009-го. Или, в принципе, можно и третью часть назвать, ну ладно, неважно. Название запутанное, ничего не поделаешь. Патроны, удерживать, АКПК. В толк не возьму, почему мы должны лезть в самое пекло ради какой-то корпорации. Эту кашу Вейланд Ютани заварила, она пусть и расхлебывает. Мы десантники, а не служба охраны. Вейланд Ютани там, Вейланд Ютани тут. В каждой игре почти. Ну почти вроде бы. Может, не стоит туда. Чёрт, гребаная канализация, а? Ну ладно. Так, тихо. Отлично. Судя по звукам, там меня уже ждут явно. Причем, скорее всего, не один. Блин, стрёмно-то. О. Кто-то. Ах ты. Не дошел. Ты уж извини, но мне уже подороже. Моя. Сегодня был срочный разговор с мистером Вейландом. Я должен собрать свою команду и немедленно отправиться на БЖ-386. Говорит, там нам предстоит открытие, которое двинет науку вперед на десятки лет. Угу, или уничтожит всю человеческую цивилизацию. Что более вероятно? Скорее всего. Ну, скорее всего, уничтожит, да. Опять какой-то, небось, артефакт. Я не помню, что там вообще, ну там... Блин, аптека полечится, что ли? Ну там вроде бы опять артефакт хищников какой-то. Прямо как во второй части. Да, прям как во второй части. Ну, собственно, соответственно, из-за этого... Блин, да сколько... Ты куда? Айо. Черт, хорошо, что по одному хоть нападают. Единственное, что спасает. У тебя гости. Беги. А, беги, окей. Бегу. Блин, да их там много. Блин, а куда бежать-то? Блин. Многовато их на одного меня, многовато. Блин. Чё-то куда вообще? Хрень, это мягко сказано, вы чё, охренели? Беги, блин, да куда бежать-то, блин? Не-н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 е. Да ты чё, куда? И чё это было? Эпизод завершён. Ну окей. Ну зашибись. Иди в задницу. Отпусти, где пистолет? Ну фантастика. Ни импульсные винтовки, ни гранатомета. Один пистолет, это и аптеки. Спасибо, хоть фонарик оставили. Блин. Хорошо, хоть личинку не успели в меня отложить. Иначе это было бы очень печально. КПКшка. Сейчас все тихо. Крики затихли. Но я слышу, как они движутся. Как поднимаются снизу. Там внизу есть еще что-то. Что-то большое. Большое, говоришь? Я догадываюсь, что это или кто. Наверное, королева чужих. Скорее всего. Блин, я ни хрена не понял вообще, кто чего.
Ну, блин, это весьма атмосферно, блин. Быстрее бы конец года и уже Alien Isolation, который будет быстрее стелсом от чужого одного, но весьма атмосферным. Лишь бы не запороли, как Colonial Marines. Если запорят, я к ним в офис лично поеду. А может, и не поеду. Тушим свет. Тихо, тихо. Он что, стесняется, что ли? Не понял. Хотите сказать, он побоялся одного человека с одним пистолетом? Чё за хрень? Даже покушать толком не успел. Бедняжка. Йо. Да блин. Да твою. Да. Иди в задницу. Шустрый какой, блин. Тут чё? Тут ничего. Печально. Чё-то я чё, вниз спускаюсь? Ну, блин. Мне бы наверх лучше. А я тут самый гуще спускаюсь. Событий. События, блин, какие события, тут жопа. Ой-ё. Ах ты ж. Да блин. Иди в задницу, иди в задницу. А тебе мало? Чё, пистолет какой-то китайский, блин. В натуре китайский пистолет. Ой. И вообще, какого хрена? У меня рукопашка на X забита. Я чё-то не понял. Прикольно, если честно. Так, окей, КПК еще один. Катя. Как она говорит, как улыбается. Сегодня утром я заговорил с ней в столовой и не понял, почему надо мной смеются. Эти штуки стали выглядеть совершенно как живые. Ни хрена не понял. Ну и пофиг. Так, тут у нас ничего. Значит, путь только сюда. Теперь уже наверх. Но это лучше, чем вниз. Курсант, ты? Нет, блин. ЧВ. Или еще что? Иду по следу. Ты рядом с заводом? Я вообще... Йо. Майор Ван Зант был здесь до того, как с ним прервалась связь. Мне нужно восстановить связь с майором. Иди на крышу. Если ты сумеешь повернуть антенну, я попробую подключиться к центральной сети. Угу. Глядишь, получится связаться с Ван Зантом и другими. Или глядишь, я себе шею самая, упав вниз. Что, скорее всего, и будет. Блин. Чё-то это очень хреново все. Это очень. Особенно, когда у тебя один гребаный пистолет. Так, надо найти оружие. Тебе надо проникнуть в здание. Не вижу рабочих источников энергии. Мне оружие нужно, а не в здание проникнуть, твою же налево. Здание. Здание с одним пистолетом. Когда вокруг много чужих. Гениально. Сама гениальность. Нахрена я вниз вообще пошел? О! Не стесняйся подбирать оружие. Если оно валяется, значит оно ничье. Да конечно, еще буду стесняться. Мне уже подороже. Так, дробовик это хорошо. Еще и двуствольный. Вообще ништяк. Угу. Постараюсь. Чё-то у меня всего 8 патронов. Причем стрелять не будет сразу. Хотя нет, скорее всего, правая кнопка мышки на 2 выстрела, левая на 1. Блин, ну ладно. Найди энергоячейку, запусти лифт.
Много ячеек. О, нет, только не ты. О, чё? Чё? Не-не-не. Не-не-не. Стой. Ну точно, на один выстрел. Так. Спокойно. Смотрим по сторонам. А то какая-нибудь сволочь присосется к моде, блин. И много ячеек нужно. Так, где я искать-то буду? Может, тут где валяется, что? О! Как удачно. И в этот момент кто-нибудь подойдет сзади, вообще зашибись будет тема. В жопу. Блин! Скотина, а! Иди в задницу. Иди в задницу. Я иду домой, я иду домой, иди в жопу. А кто дверь закрыл? Не понял. Ну зашибись. А, там открылось. Отлично. Чё-то в лице хват гребаный. Пост охраны. Пост охраны, муша уже есть. Или... Большие чёные дубинки. Не, вы не то подумали. Ах ты ж скотина мелкая. Точно два выстрела по выкнопка. Зато сразу сдох. Ты так не пугай. Так, осмотримся. Может, что найду? Так что-то мне кажется, я ни хрена тут не найду. Ладно. Туды, туды. Ну-ка сюда сначала. Тихонько. О! Когда Вейлон встретил меня на посадочной площадке, он был явно взволнован. Исследовательский корпус поражает, но гораздо больше меня поразил взгляд Вейлонда. Он весь поглощен какой-то идеей. Никогда еще я не видел его настолько оживленным. Идея уничтожить всю цивилизацию, блин. Офигенная просто идея. Просто фантастическая идея. Ну тут, я так понимаю, больше нифига. Блин, все падает где-то. Ай, ладно. Че это? А, дробовик. Ну хоть что-то. Так. Да че тут все падает, блин? Ужас. Тут заперто. А, это я задеваю, господи. Уже каждого шороха боюсь. Направь антенну на колонию. Может, удастся куда-нибудь подключиться. Может быть, или меня током долбанет. Служебному мостику. А где мостик? Где мостик? Ну-ка, там ничего нету, точно? Да ни хрена. Сплошная электрическая перегородка и скала. А это, я так понимаю, кровище хищника, да? Видно, туда пошел. Потому что у него обычно зеленого цвета. Ладно, внутрь здания. Ищем мостик. И приключение одной мины на задницу. Чё тут фиолетовое? А, пофигу.
Так, где мусть? Что это было? Ах ты ж. Блин, кислоту задел, капец. Блин, последняя аптека осталась. Это плохо. Очень плохо. Иди нафиг, я валю. Иди нафиг, иди нафиг. Ты не успел, что ли? В натуре. Чё-то он не успел. Печаль. Ну, печаль для него. Иди сюда. Чё, блин, за мной бежит кто-то. А, ну он. Твою мать. Патроны кончились. Бегом, бегом, бегом. А вот мост. А вот тут взрывчатка. О. Блин. Блин. Нафиг. Как я их перебить должен? Вы чё, охренели? Ну, фантастика. Один пистолет. Вообще охренеть. Да перезаряжай ты. Ну, иди сюда. Ё-моё. Да ну нафиг. Ну нафиг, ну нафиг, ну нафиг. Да блин. Куда дальше-то её? А вон. Бегом, бегом, бегом. Да блин. Да иди ты нафиг. Чё, тебе мало, блин? Во говно. Чё, без винтовки, конечно, хреново. Чё, у меня здоровье нет. Последняя аптека. Ну, вообще фантастика. Как будто... Ищи управление лифтом. Да в задницу. Тут ничего, что ли, вообще нету? Они вот что-то валяются. О! 55 патронов. Ну это хоть что-то. Хотя бы не с пустой обоймой. Там еще что-то. Сверху кто-то, да пофигу. Засранец. Так, где дробовик-то? О, вообще круто. Это я удачно зашел. Баллон. Итак, курсант, считай, ты проходишь курс взлома. Прямо на ходу. Угу. Запускай программу взлома, дождись ее завершения. Потом отключай электронную отмычку. Да вы издеваетесь. Ух ты, я такую же штуку хочу. Ясно, со взломом будет проблема. Блин. Ну зашибись, кислотой быстрее убивают. Да твою ж мать. Тут еще КПК, да ё. Так, ну-ка, КПК пока. К концу следующего месяца буду дома. Я ошибался, милая, а ты была права. Есть наниматели получше, чем Вейланд Ютани. Угу. Только мне кажется, ты не успел свалить. Блин. Да стой. Да стой.
Ты откуда вас столько? Блин, аптеки-то нету. Ага, где лифт-то, блин? А, во. Как все удачно складывается. Еще бы аптеку найти. А где музон вообще, я чуть не понял. Лифт без музона, как-то печально. Ну ладно. Диспетчерская завода. Диспетчерская завода находится наверху, у шахты лифта. Разведай обстановку и выходи на связь. В диспетчерской должен быть распределитель энергии. Обстановка хреновая. Вебстер не вышел сегодня на дежурство. Говорят, его перевели на завод, но я не верю. Особенно если вспомнить о других исчезновениях. От нас что-то скрывают. Ну, как обычно. Все время какой-то тайный заговор, скрытые тайны. И еще что-то. Давай, курсант, найди распределитель и подключи меня к заводу. Угу. И почему все это я делаю? Идиотизм. Так. Ничего. Блин, мне бы аптеки найти. Пингую сеть. Пакеты проходят хорошо. Начинаем. Вижу тебя, парень. Черт, выглядишь не очень. Я нашла в здешней сети любопытный файл. Похоже, андроиду удалось найти кое-что интересное. Карл Бишоп Вейланд? Должно быть там что-то особенное, раз он лично этим делом занимался. Порядок. Есть контроль безопасности. Готово дело. Продолжай движение. Я проведу сканирование, найду Ван Занта. Двигай в ближайшую точку эвакуации. Вытащим вас разом. Ой, ну хоть точка эвакуации. Так всегда же будет. Или я что-то путаю? Нет? А, это за чужого, видно, туда надо было. Я уж по памяти за чужого как будто играю. Чё, в эту бы штуку сесть? Ну да, Хейна 2. Дадут мне в нее сесть. Сволочи. Аптек нету, здоровья минимум. Кто-то где-то кричит. Все по стандарту. Хоть патроны есть, но это... особо не спасает. Блин, вентиляция. Мне бы аптеку найти, ё-моё. Да еб... ну... чёрт. Где он? А, вот он. Блин. Говно. Да, блин. Ну, зашибись. Да. Ой, жопа. Черт, я думал, это аптека, это опять КПК. Черт, детка, ты просто не поверишь, что мы нашли. Подробно рассказать не могу, у нас цензура. Но можешь мне поверить. Мы отхватим такую премию, какая тебе и не снилась. Как только вернусь, купим дом побольше. И все? Ну ладно. Черт, где баланс? Мне аптеки вообще не дают. Блин. О! Так, ну-ка в баню побежку уставлю. Задницу. Чем быстрее отсюда уйду, тем лучше. Это факт. Так, тут что?
Тут огонь, тут ничего. Валим, 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 валим. Кто-то ломится, валим. Я нашла майора. Уточняю схемы здания. Так, хорошо. Теперь вперед по главному коридору, потом направо и вниз по лестнице. Да ёп. Следуй за указателем цели. Полечиться или нет? А пистолет можно заменить? Ёп. Ах ты ж... Ты куда? Я чуть не понял, он испугался, что ли, или чё? Блин, я их логикую, но вас не понимаю вообще. В бане не буду рисковать. Риск сейчас не к месту тут. Тут чем есть хоть? Блин, ну могли бы нычку какую-нибудь сделать под лестницей. В старых добрых традициях. Ёп. Похоже, ты отыскал улей. Ван Зант внутри. Окей. Это Ван Зант. Это он? Майор! Он в улье. Кто здесь? Курсант? Давай сюда. И чё? И... Где остальные? Да в заднице все. А, чёрт. Эта тварь во мне. Убей меня. Я не хочу умирать, как... Окей. Давай. Курсант. И поскорей. Ладно. Ю... Чё-то мне этот звук не нравится. Ой, как не нравится. Ты ж гореть должен, ё... И куда мне? Да блин! Говно, 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 говно. Чё, да тут ни хрена нету. Блин, одни яйца. Похоже, все наши теории подтверждаются. Архитектура охотников явно указывает на то, что ксеноморфы играли в их культуре важную ритуальную роль. Нет, этого не легче. Блин, да куда тут валить? Блин, как вас много. Ну. Да ё... Чё ж вы так дохнете долго от огня? В фильмах вы быстрее подыхали. Говно. Чё, чтоб я еще раз огнемет взял? Курсант, лифт уже движется вниз. Ага. Обрати внимание на указатель цели. Мы вытащили. Офигенно, вовремя. Но самый быстрый путь лежит через улицу. Не могли пораньше спохватиться с лифтом. Чё ты, я опять без аптек? Почти не считается. Ё. Иди в задницу. Блин. Отлично. Так. Не сюда вроде бы. Так, сюда куда дальше-то, блин? Там что-то валяется. Я чувствую, как движется эта тварь.
Говорят, еще можно спастись, даже если одна из них у тебя в кишках. Можно спастись. Нам так на занятиях говорили. Главное, продержаться живым достаточно долго, чтобы тебя нашли. Чё-то я сомневаюсь. Там, блин. Чё-то патроны кончились. Ё. Ну, зашибись, я попал. Это я, блин, очень неудачно зашел. Очень удачно зашел. Ай, блин. Ну и гадость. Зашибись. Приветик. И как? Чем? А хил я двигаться не могу. Чё за хрень? Я двигаться не могу. А во. Блин. Ты издеваешься. Яйца. Окей, яйца так яйца. Так, где огнемет? О. Отлично. Огнемет неплохо справляется. Почти готово. Да. Почти не считается. Я включил питание печи. Пульт управления перед королевой. Потяни за рычаг и зажги эту суку. Окей. Пока. Чёрт, не сработало. Ох, ну и крепкая же эта дрянь. Держи, попробуй шарахнуть. Блин, кто меня... А. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Есть. Да, блин. Хватит меня со спины хилачить. Чё дальше-то делать? Держись, курсант. Печь сейчас заработает. Ну, зашибись. Это гранаты их нифига не фигачит. Да долго твоя печь будет работать. Ну наконец. Ой-ё. Везунчик Хейнов. Ну окей, посмотрим, что дальше. Западный выход закрыт. Блокировка завершена. Чё-то я подозреваю, тут хищников встретим. В общем, ладно, давайте тут закончим, пока эпизод закончился. Я думаю, стоит тут закончить. В общем-то, на этом все. Всем удачи и пока.